Давайте поговорим. Он представляет ствол пистолета к ее боку. Вот так, что даже престарелые супруги, в этот миг уже поравнявшиеся с лотком, ничего не замечают. Они видят лишь, что торгующая сувенирами девушка-португалка, которая всегда старается произвести впечатление на мужчин, играя густыми бровями и одаряя их по-детски доверчивой улыбкой, сидит на своем обычном месте, а рядом с ней очередной поклонник. Судя по одежде, богатый человек. Оливия, словно пытаясь внушить им какую-то мысль, не сводит с нее.